В рамках 30-го районного фестиваля народного творчества драматический коллектив «Дуслык» Новокаинлыковского дома культуры подготовил театрализованное представление по мотивам произведения известного татарского драматурга Туфана Миннулина. В своем спектакле они затронули злободневные вопросы современного общества. Один из них – нежелание матери воспитывать своего ребенка. Главную роль дилеммы сыграла Йолдоз Амирова. Создали убедительные образы своих героев Чулпан Зайниева, Айгуль Хабибуллина, Лилия Султанова и Фиюза Анварова. Девятиклассница Нурия Рахимова попробовала себя в роли медсестры. Алиса Латыпова и Танчулпан Закирова своей искренностью заставили проследиться всех тех, кто пришел в этот день на премьеру постановки. Режиссером спектакля выступила заслуженный работник культуры и директор Новокаинлыковского сельского дома культуры Ралина Махасимова. Таким образом, их спектакль прошел финал районного фестиваля «Театральная рампа».